Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить португальский рыбный суп. Первым делом отвариваем рыбу на бульон. А пока она будет вариться, займемся главной изюминкой этого супа. Это запеченные овощи. Для этого возьмем немного помидор, лук, я возьму красный, слегка порежу и запеку разогретый на 200 градусов в духовке примерно 15-20 минут. Бульон сварился, рыбу я вынула и разобрала. Овощи также готовы, отправляю их в бульон. Добавим чайную ложку базилика и несколько зубчиков чеснока. Все слегка пюрирую. Вернем в суп рыбу. Добавим стакан мелкой вермишели и будем варить еще 5-10 минут. Суп получается очень интересный и необычный. Запеченные овощи придают ему изысканный вкус. Вместо макарон можно добавить рис.